Кто там? Брайан. Ну так зайдешь или нет? Думал, вы пошли погулять. Твист. Не в настроении. Какой сюрприз. Ненадежная подружка. Что с ней такое? Не знаю. Она не особо уточняла. Это точно. Нужно догадаться, да? Быть женщиной, наверное, странно. Вся эта сила. Ты что? Они истинные творцы. Да, ведь мужчины все только уничтожают. Ага. Они настоящие дети природы. Солдаты матушки земли. Они похожи на нас. Говори за себя. Двуруки, двуногие, двуличные. А ведь есть еще много чего. Если несколько женщин проводят достаточно времени вместе, их менструальные циклы начинают совпадать. У мужиков то же самое. Майк. Нет. У мужиков есть телепатия, биологическая связь между душами мужчин. Знают они друг друга или нет, собери их вместе, и всегда одно и то же. В смысле? Покажем ему, Тим? Майк, правда, я не в нас... Вот дерьмо! Готов? Да. Маневры сегодня, Майк. Да, рекогносцировка. Танки будут? Тим, урок я усвоил. Да ну. Еще один танк красть не буду, точно. А во сколько ты уходишь, Майк? 2100. Это 9 вечера, точно. Может, прогуляешься с Колином? Часов 8. Это 2000. А, да. Пока. Пока. Со мной такого раньше не случалось.